Сегодня вас ожидает супермесилово на военном сервере, где периодами мне в одиночку приходилось сражаться с огромными силами противника, которые умело использовали свои войска. Я буду очень рад, если мы соберем 1000 лайков под этим видео. Всем привет, с вами Теспи, вот эти ребята с Бусти. Всем приятного просмотра и аппетита. А спонсор этого видео – сервер выживания со сложным режимом. Если вы любите трудности, хотите сражаться за каждую крупицу лута и получаете от этого удовольствие, то Hard Россия вас ждет. Ссылку на группу ВК сервера я оставлю в описании под видео. Сейчас пойдем разведаем боем. Я не знаю, что меня там ждет, но говорят, там жопа. В этом кохраме какая-то такая локация. Вот она тут находится, тут нас очень много. Едем с нашей базы. Я уже вижу, что тут не сладко. Смотрите, сколько взорванной техники. Нам надо как-то за горку, как-то на локацию проехать. Так, пацаны, здорово. Давай, залазь, залазь. Давай, давай, давай. Я ему открыл. Убивай его, блин! Да господи, ты убей ты его. Убивай! Блин, жак, у меня пазуки нету. Блин, ну все, они спаслись. О! Вот по нам попали. Вот это, конечно, я высадился. Так, тут кто-то есть. Хорошо. Так, здорово. Так, сюда чего зашел? О! Блин, я базуку это взял, я вообще не хожу. Блин, меня обстреливают. Это жопа. Это просто жопа. В базуке хотя бы есть снаряд? Так, базука без снаряда, все. Я не знаю. Это свой. Наш. Это просто жопа какая-то. Патронов мало. Твою мать! Сюда очень хорошо снайпер мыть, ребят. Здорово, братишка. А, меня убили. Да куда по мне стреляет, я не понимаю. У меня примерно такая же херня. Я взял две базуки. Так, две базуки, это чтобы, если что, технику вражескую убивать. Там про вертолет еще постоянно говорят. Ну, я снайпер, мне, в принципе, скорость передвижения не особо важна. Мне вдалеке где-нибудь взять позицию и работать. Это очень плохо. Я даже не понял, откуда. Так, а это кто? Как он меня не заметил. Так, вот они ходят, тут заняли позиции. Готово. Ой, это вражеский. Блин, а... Блин, вертолет. Ну я теперь хотя бы двигаюсь быстрее, то, что я высадил. Ой, это по мне. Так. Взорвали. Ох, твою мать, нормально. Хорош. Хорошо. Ну вот кто нам захват сбивает. Как они так пришли, блин, моментом? Хорошо. Я тебя слышу, как ты перезаряю, это лечусь у нас. Так, я нашел снайпера. Нашел снайпера. Так,
кроме Кахрамы, потому что они уже все заняли. Там куча снайперов, куча... Блин, их очень много тут, вы видите, сколько их, жесть. И этот чел какой-то пососок, блин, говорит, мы не будем за Кахраму драться, потому что их там слишком много. Наоборот, надо идти туда. Чё несут, блин? Какое фалька я пишу на Кахраму? Секун, блин. Ну реально, ну что это такое? Я пишу все на Кахраму. Очень сложно, там надо отвоевать. Все на Кахраму, все на Кахраму, все. Просто спамим. Мне так же, как челику в чат написал, мне так же, когда я пришел на Кахраму, мне просто... Снайперы там все окружили. На самом деле, хорошая тема это прокатиться вокруг Кахрамы, пощелкать снайперов, потому что они наверняка там сидят. Так, я вижу одного. Здесь без базук. Пацаны. Надеюсь, без базук сидят. Так, немножко отступаем. Базуки у них есть. Ты что скажешь? Так, еще один. Че, чисто с базука был? Базука без заряда. Так, ну уже со стороны хорошо, минус 3 дали. Они же тут сидели крыльям. Но мне уже в Кахрам будет очень тяжело пройти через беттеры, через все. Ой, это снайперы были, кстати, вот снайперка. Господи. А это что за пулемет? Матрешки. Классный пулемет. Мне вот это очень не хватало. Пулемет-то. Вот еще снайперка. Еще там вниз попадал. Еще одна снайперка. Два снайпера еще минус. Это Big Boot. О, нет. Хорошо. Что-то он меня не решил не убивать с этого. Да еще едет, боже, я в какой-то спавных пришел. Так, я бегу просто отсюда. Но меня задавит, понимаете? Меня просто задавит. Задавит. И задавит меня, и все сделает. Ну вот. Короче, нельзя терять ни в коем случае, если сюда заезжаешь, отсюда уже не выходишь без техники. Но я минус очень много снайперов сделал, очень много. Иди сюда. Че, сдоха? Отлично, розовые бинты. Жесть. Так, вижу челика. Отойди ты в пень. Вроде бы ушел. Блин, вот я что боялся техники. Беспокойно. Они тут едут. Блин, чё у меня объезжает, он как будто меня нашел. Ты чё?
бей его! Засал с манджаком был. Я его тут не прострелю, если что, как бы неровное стекло. Но я могу дать на страшную карту. Вот помощь, помощь! Помоги! Помощь пришла! Я сосед поднимаю. Держи, братишка. Да вы задрал. Хорош! Наконец-то, боже. Да, снайпер, смотрите, скрошу. Танцы-мансы закончились. А что там подобили? Опа. Хорош! Иди сюда. Да, ладно. Блин, не успел стрельнуть. Не зайти туда, потому что снайперов вокруг. И снайперов убиваешь, тебя закрывают техникой. Не хватает людей. Шерик убили. Сверху, что ли? Я опять лег, блин, когда я уже много раз сдох от того, что я ложился, я сейчас взял и кнопку, которая отвечает за то, чтобы я лег на Z, я поставил на девятку, чтобы я никогда не нажимал, даже чтобы я, когда я нажимаю, чтобы я не ложился. Мы на Кахраму, не знаю, я прям головой об стену как будто бьюсь, когда еду на Кахраму, но мне очень хочется отвоевать эту локацию, как будто личные счеты, знаете, какие-то. Вы начали захват Кахрамы. Какой-то фришный захват идет, уже 27%, особого сопротивления нет. Не удалось захватить точку! Мы 50% захватили точки, они ушли. Ну как так-то, ну? И потом я еще довольно долго сидел на точке, но для захвата постоянно не хватало людей. Потому что кто-то постоянно убегал на соседнюю локацию, и захват сбивался. Мы так и не смогли захватить Кахраму. Хотя очень хотелось. Всем спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч.